Так, сегодня мы рассматриваем пистолет Safari 420 харьковского завода-производителя. Пистолет предназначен под патроны Флобера 4 мм. Скорость полета пули примерно 150 метров в секунду. Что еще сказать? Если существуют пистолеты с пластиковой ручкой, это на данный момент с буковая ручка. Удобно лежит. Пистолет отлично стреляет. Мы уже проверили. Сейчас мы сами предоставим вам эту возможность убедиться в этом. Что еще? Отличный материал, отличный пистолет. Можно использовать в качестве, ну как, самозащиты. Кто-то покупает для самообороны, кто-то просто пострелять. Что еще рассказать? Давайте посмотрим сейчас, как стреляет. Сейчас произведем один выстрел чисто на предварительном взводе. Вот так вот сделаем. Стреляем по железной банке из-под краски. Пойдемте убедимся, что получилось. Пуля прошла насквозь, ну не насквозь, только пробила, с другой стороны, конечно, не прошла. Пробила полностью банку с краской. Теперь давайте... Отлично. Далее будем пробовать теперь, насколько пистолет стреляет точно при непредварительном взводе. То есть будем стрелять 8 выстрелов одновременно. То есть приготовились? Насколько он точен? Пойдемте проверять. Было произведено 8 выстрелов. До цели дошло... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Две пули, видно, но не долетели. То есть точность пистолета довольно-таки отличная. В принципе, на данный момент тест пистолет прошел. Отличный пистолет. Советую в качестве просто пострелушек, в качестве отстрела от собак и так далее. Всего доброго.